Объяснит мне кто-нибудь или нет? Когда мы все перестанем болеть? Вот когда мы вернемся к нормальному образу жизни, когда люди не болели? Ведь когда-то ведь люди не болели, реально. Если была ангина, то это была ангина. Если это был простуда, то это была простуда. Диарея, значит, диарея. А сейчас, блядь, что? Мы болеем без остановки. 500 бутыльков скуплено в аптеке. Это ничего не помогает. Если раньше хотя бы было ясно, какими средствами лечить, то сейчас эта вода из носу, она бежит, как с Ниагарского водопада, и ничем ее невозможно остановить. А этот кашель, как с последней стадии туберкулеза, откуда это все берется? И самое главное, откуда все знают, что в сентябре придет новая волна ковида или там еще чего-то мутированного, там кентавр, минотавр. То есть он что, заранее звонит, да, и говорит: ребят, вы там готовьтесь, я скоро приду, я уже вышел, давайте.